Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор наших покупок. Первый заказ из каталога номер 2 Oriflame. Этот самый волшебный каталог, потому что он и для женщин, и для мужчин. Он двухсторонний, самый необычный. И из этого каталога мы уже сделали заказ на 330 баллов. И что самое приятное, часть заказа была проплачена с товарного поля. И вот эти 330 баллов нам обошлись всего лишь за 5200 рублей. Представляете, такой шикарный заказ. Я вам сейчас буду показывать, что же мы выписали. Начну с самого главного. Это wellness. Wellness, детские витамины, это под заказ. А это все для нашей семьи. Два коктейля и... Двое витамин. Одни Миши, одни нам. Но у нас есть еще небольшой запас, поэтому хватит в этом каталоге. А далее в этом журнале представлен набор для мужчин. И мы помним с вами, что скоро мужской праздник. И вот весь этот набор я вам рекомендую брать по акции всего за 399 рублей. А если вы являетесь партнером компании, то это будет еще по более выгодной цене. Так, что же в этом наборе? Мыло. Шикарный такой хороший кусок мыла мужской. Три в одном умывающее средство для волос тела. То есть все можно им хорошо мужчине помыть. Он, кстати, очень вкусно пахнет. И хороший такой баллон пены для бритья. Мне понравился аромат этой серии и дизайн. Я люблю сочетание рыжего, такого оранжевого с серым. Это очень так брутально смотрится и в то же время стильно. Далее в этом заказе уж начали говорить про мужчин. Будем говорить про мужчин. Мы взяли для Михаила набор Novage Man. Это новая серия по уходу за кожей лица. И она состоит из четырех продуктов. Первое — это очищающий гель с углем. То есть он черный должен быть. Итак, проверяем. Да, он такого серого цвета. Сегодня уже будем пробовать. Я тоже хочу попробовать. Мне интересно, что это такое. Один маленький крем 15 мл для кожи вокруг глаз. Очень удобно, потому что он с дозатором. И два средства. Это сыворотка в таком дорогом стеклянном флаконе. Сделан шикарно. Такой дизайн богатый. И крем для мужчин. Просто сказка. Я думаю, что многие мужчины это оценят по достоинству. Потому что сейчас ухоженные мужчины – это тренд, это такое веяние не просто моды, а желание мужчины выглядеть лучше. Потому что многие сейчас молодые, не совсем молодые люди занимают активную жизненную позицию, являются предпринимателями, бизнесменами. И, конечно же, когда находишься на людях, а еще и в женской среде, то, конечно, хочется выглядеть классно, здорово. Поэтому, мужчины, обратите внимание на эту серию. Далее у нас в заказе есть очень красивый парфюм в шикарной коробочке ко дню влюбленных. Этот праздник будет у нас, если смотреть по датам, 1, 14 февраля, конечно же, день влюбленных. Такая шикарная коробочка и 75 мл ароматной жидкости. Очень приятный, очень нежный. Я уже сегодня его дегустировала. Мне очень понравился такой хороший спрей, бодрый, приятный, очень нежный аромат. Когда я просто на этот флакон посмотрела, я поняла, что я очень хочу, чтобы у нас был. Тем более у меня есть дочка, и я думаю, что она оценит этот аромат, и мы будем вместе пользоваться. Далее, это тоже для дочки средство для снятия макияжа. Смотрю, у нее заканчивается, и я сразу заранее уже приобрела. А мое любимое средство, обратите внимание, у него такой нежный сиреневый цвет. Это средство для ухода за ногтями, чтобы они были крепкие, лучше росли. Вот лучше этого я еще не встречала. Потрясающая вещь, то есть укрепляющее покрытие для ногтей. Просто и понятно, но работает на 100%. Маленький бальзамчик для губ, тоже для дочки, она их очень любит, поэтому я всегда беру в запас. Чтобы губы были мягкие, ухоженные, это очень актуально. Вот когда сейчас такой мороз и сырость, а в квартире жарко, сухой воздух, то за губами нужно особенно тщательно ухаживать. Далее у нас в заказе два набора. Это крем для рук и мыло. Я не вытерпела, уже распаковала.
очень красиво оформленный, такой нежный розовый оттенок. Но опять же, мы там все для девочек, такое нежное розовое. И смотрите, какое красивое мыльце. Это пирожное, оно и пахнет. То есть аромат пирожное, такое мыльце приятное, розовенькое. Конечно, я очень люблю мыло нашей фирмы, потому что они очень дают хорошую нежную пенку густую и увлажняют руки, и долго сохраняется аромат. И такое мыло, когда просто даже лежит в ванной, в мыльнице, уже в ванной как будто освежитель воздуха, такой легкий, нежный, приятный запах стоит. А в этом же каталоге по супер выгодному предложению идет тушь Giordani Gold, и это заказ для клиентки. Обратите внимание, какая классная цена. А еще у меня в заказе такой блеск из серии The One. Я его очень люблю. Это из эксклюзивной коллекции. Было всего 5 оттенков с таким необыкновенным сиянием. И я его, конечно же, решила еще раз себе заказать. Это уже будет 3-й блеск именно такого цвета. Он очень красивый. Просто рекомендую от души. Это еще из прошлого каталога по резерву пришел карандаш для моей клиентки. Наконец-то она очень сильно его ждет. И долгожданная новинка из серии The One. Матовые стойкие тени для глаз. Боже мой, как они мне понравились. Я сегодня с таким наслаждением делала макияж, потому что вот есть такое выражение, что ожидание, то есть настоящее превосходит ожидаемое. И вот это из этого разряда, потому что я весь день хожу сегодня с этим макияжем, я себя очень комфортно чувствую, сегодня встречалась с несколькими знакомыми, мне сделали комплименты, и настолько вот легкое, невесомое ощущение, как будто бы я не накрашена. Тени ложатся, когда их изначально наносишь, они немножко блестят, но буквально проходит 1-2 минутки, и они становятся матовые и стойкие, то есть их можно будет снять только с средством для снятия макияжа. Я взяла 2 оттенка, скомбинировала для холодного макияжа и планирую теперь заказать еще и для теплого макияжа, чтобы было разнообразие. Ну, я вам могу сказать, что восторг мой превосходит вообще все за рамки выходит. И у нас в этом заказе сумочка. Я думаю, вы на нее давно уже засматриваетесь. Я когда листала каталог и увидела эту сумочку Clutch, я сразу поняла, что это мое. Во-первых, красный. Я обожаю красный цвет. А как аксессуар она подойдет буквально подо все. Ну, конечно, кроме спортивного варианта одежды. Что мне очень понравилось, такая вот тонкий ремешок, который завязывается на узелочках. Можно ослабить, развязать, сделать длиннее или короче. Но самый полный восторг я получила, буквально экстаз, когда я открыла. Такие мягкий такой звук, послушайте, как работает молния, просто шикарно. И какая она внутри, она просто необыкновенно красивая. Внутри нет никаких карманов, никаких молний, отсеков, просто такой вот клатч, который девушка может загрузить все, что ей нужно, и он очень вместительный. Я его пробовала, то есть мы брали каталог, сворачивали его напополам, клали в первую очередь его, а потом наполняли сумочку всевозможными средствами. Смотрите, 2 пены, шампунь для сухих волос, все спокойно закрывается, еще осталось место. И вот так это все выглядит. Ну, конечно, она не предназначена для таких грузов, но тем не менее, для проверки вместительности самое то. Извлекаем каталог. И мне очень понравилось, что она прекрасно держит форму. Поэтому независимо от того, сколько в ней лежит предметов, она всегда будет классно выглядеть. Вот такая у меня покупка волшебная. Ну и в завершение я хочу похвастаться. Похвастаться колготочками и чулочками. Я как раз сейчас в одних из колготочек уже не утерпела, их распечатала. И у нас сейчас по акции идет на выбор, можно взять или колготки, или чулки. То есть на каждые 1500 заказа мы выбираем что-то. Ну, у меня получилось 7 предметов в заказе, 4 чулочков и 3 колготочек.
Самый приятный момент был, когда я их распаковывала. Они ароматные, колготки, просто чулочки необыкновенно вкусно пахнут. Очень шелковая такая текстура, просто невероятно приятные колготки. У меня мой размер 44, я взяла себе троечку. Конечно, они мне очень хорошо подошли. И приятно, особенно цена на эти... Так, и еще что еще есть у нас в заказе? Сейчас. А еще у меня в заказе есть мое любимое средство. Это сухой шампунь для волос. Наверняка многие из вас слышали, что есть такой продукт, но для чего он? Для меня это как палочка-выручалочка. Если срочно нужно классно выглядеть, а я не готова, например, да, вымыть голову, для меня это целая проблема, я быстро это никак не сделаю, потому что у меня густые длинные волосы, и на то, чтобы привести прическу в порядок, нужен час. Поэтому, если вдруг экстренно нужно привести себя в порядок, я беру такой флакончик, взбиваю его и аккуратненько распределяю на корни. То есть ближе к корням. После этого немного. После этого я взбиваю волосы и расчесываю их расческой. Эффект, как будто я только помыла голову. И очень мне нравится аромат. То есть волосы так вкусно пахнут. Но я этим не злоупотребляю и не рекомендую слишком часто этим пользоваться. А именно как вот скорая помощь. То есть нужно быстро. Раз. И прическа супер. Еще у меня в заказе есть расческа. Я очень люблю такие массажки. Я себе недавно заказывала, но я ее подарила. И себе вот выписала новую. Мне просто нравится качество, как она массирует голову, расчесывает волосы. Даже где спуталась сильно, она очень деликатно, мягко их расчесывает. И осталось у нас на десерт вот такой вот красивый мешочек, тоже ко дню влюбленных. Красивый красный бантик, такой все стильное. Есть открыточка уже, сердечко. Открыточка, и все это можно подарить. А что внутри? А что внутри? Итак, такие вот два предмета, даже три. Очень хитро сделано. Это губки, специальные такие спонжики для нанесения тональной основы. То есть это помада, в форме помады. Очень хорошо проработает всю кожу. Очень приятный материал, такой плотный. Сделан точно так же, как блендеры. Да, специально есть такие маленькие блендеры для тональной основы. И губы. Такие губы. Они тоже можно их разделить при желании. То есть это предусмотрено. Можно не сразу делить. То есть такие губки мы тоже их будем использовать для того, чтобы нанести тональную основу. Похоже, что это мои губы. Мне идет. Классно. Очень приятные такие губки. Я, прежде чем их подарить дочке, я сначала сделаю несколько фото, думаю, для Инстаграм. Очень красивые получатся. Вот. Теперь, пожалуй, я все вам показала. И, конечно же, у нас огромная стопка каталогов. Следующий каталог безумно красивый, к 8 марта. Невероятно внутри много акций и предложений, но пока об этом я вам рассказывать не буду, вы узнаете об этом чуть позже. Благодарю вас всех за внимание, желаю вам супер шикарных праздников, прекрасного настроения, будьте еще красивее, здоровее и позитива вам в жизни от всей души. До встречи, пока-пока!